лапочку выставил из-под покрывала. Лежит как маленький бэби. Спит. Сегодня рано проснулись, и теперь он спит. А мои розочки распускаются. Столько цветов, столько красок. Прелесть и красота. Спасибо Володюшке, конечно. Мои хорошие, всем добрый день. Сегодня буду готовить овощную запеканку. Я натерла морковь. У меня сегодня пекинская капуста, и я ее мелко и тоненько нарезаю. И потом отправляю в миску к морковке. Что у меня в миске? Одна морковочка и меньше, чем полкочана пекинской капусты. Сейчас я порежу эту луковичку и добавлю к овощам. Посмотрите, как уже весело и красиво. А я продолжаю. Нарежу и добавлю две помидорки. Вот такая яркая красота у нас получилась. Капуста, морковка, помидорки, лук, перец, соль, добавила чесночок и зелень. И теперь я все это перемешиваю. Фарш у меня свинина-говядина, здесь 500 грамм. Сейчас я добавлю приправы и перемешаю. Мне так удобно. Делаю это в отдельной миске. Фарш готов. Овощи готовы. И теперь мы все это перемешаем. Я добавляю фарш к овощам. Все у меня перемешано. И я добавляю 2 сырых яйца, еще немножечко зелени и все хорошо перемешиваю. Сегодня у меня запеканка немножечко другая. Обычно я выкладываю слоями, а сегодня мне захотелось так. Это моя форма. Дно и бока я смазала чуть-чуть подсолнечным маслом. И теперь все выкладываю. Вот что у меня получилось, мои хорошие. Вы, конечно же, можете брать свои любимые овощи и любое мясо, все, что вы хотите, ваши любимые приправы. И потом, так же, как я, все перемешать, закрутить, замесить и выложить в форму. А теперь самое последнее – это сыр. У меня сегодня такой сыр, он нам нравится, он готовый, натертый. И сейчас я его выложу сверху моих овощей и мяса. Конечно же, можно сыр попозже выложить, но я обычно запеканки ставлю в духовку и сразу сверху на них выкладываю сыр. И, в общем-то, у меня никогда не подгорало. Ну что ж, сыр. Вот она моя красота в духовке. Я поставила на 180 градусов, минут на 15. Буду смотреть. Это наш мальчишка, наш Леушка. Как он глазками на маму смотрит. Любит тепло, любит поспать, чтоб укрытый был. Неженка такая, маленькая неженка. Вот как ему хорошо. Под своим полотенчиком лежит. Все, мои хорошие. Овощная запеканка с фаршем готова. Быстро, вкусно и сытно. Вуаля! Готово. В духовке она у меня пробыла 35 минут. Все получилось, все отлично. Делаю я не первый раз. Так что, мои хорошие, я желаю вам чудесного летнего дня или вечера. Готовьте с любовью, готовьте с удовольствием, готовьте с хорошим настроением, и всегда будет вкусно. Спасибо большое за внимание. Я вас обнимаю. Чус. Пока.